131-й маршрут Сидеева-Пустышбор уже стал настоящей головной болью для всего областного комитета по транспорту. На протяжении 3 месяцев перевозчики оспаривают конкурсы, находя в них все новые нарушения законодательства. Так случилось и на этот раз. На заседании очередной конкурсной комиссии при проверке документов участников выяснилось, что сразу у 2 заявителей работает один и тот же диспетчер. Напомним, работа по совместительству диспетчера маршрутного транспорта запрещена. Но замечания перевозчиков в комитете оставили без внимания. Доводы нашего представителя комитет по транспорту отверг. Слушайте, комитет по транспорту ничего не хочет, что, соответственно, очередной раз наталкивает на то, что комитет по транспорту проводит конкурсы только в отношении своих карманных фирм.